Как, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня я вам расскажу одну свою интереснейшую историю из детства. Как-то давно Эдисон в детстве хотел стать поваром. Эдичка очень хотел поступить в какой-то поварический институт, колледж, шарагу, неважно. Я хотел варганить лазанью, ризотту, болоньезе, гербенезе. Я очень хотел быть поваром, я очень хотел кормить свою семью в будущем. Но что-то пошло не так, как видите, я стал блогером. Хорошо это или плохо, я не знаю. Так вот, к чему это я клоню? То, что добро пожаловать в новую серию, новую игру и новые эмоции. Потому что сегодня вместе с вами мы с вами приготовим наивкуснейшую лазанью. Лазанью. Не твоя бабушка, не твой дедушка, не папа, ни мама, ни девушка твоя, ни парень твой, никто на этой планете не сможет приготовить такую вкусную лазанью, как я. А если ты хочешь больше таких наркоманских игр, если ты хочешь продолжение этой игры, или если ты хочешь, чтобы я немножко разбавлял свой контент, влепи огромнейший палец вверх прямо сейчас на эту серию, и Эдисон никогда не бросает слова на ветер. Если ты не будешь настолько ленив, и если ты все же поднимешь свою сраку, поставишь лайкузик, мы прямо сейчас наберем 25 тысяч лайков на этой серии, я обещаю то, что завтра же выйдет продолжение. А сейчас... нам нужно приготовить самые вкусные рецепты, которые существуют на этой планете. Чтобы вы понимали, у нас снизу есть рецепты. Что нам нужно сделать? Нам нужно взбить две морковки. Нам нужно ложкой... Onion. Что такое onion? Я не знаю, что такое onion! Эдисон, ну ты дебил. Нужно было в детстве учить... английский. Так почему даже в детстве? Я сейчас могу учить английский. Но ладно. Ребята, нужно найти две морковки. Только я не понимаю, где эти сраные две морковки. Да, вот они, вот они, вот они. Вот они находятся вот тут. Так, мне нужно найти две морковки. Как вы понимаете, да, немножко странная игра, потому что, ну, как бы, овощи бегают. И почему они бегают? Это собака, иди сюда. Чё, онион, мне кажется, это лук. На! Твою мать, нет! Я случайно задел помидорку. Когда я задеваю ненужные мне ингредиенты, то, как вы понимаете, у меня отнимает время. А у меня есть 1 минута 18 секунд, чтобы приготовить рецепт. Снизу мне еще нужно приготовить... что это? Мне еще нужно найти один орех. Только где мне... Вот, мелкий чупакабра, бегаешь! Нет, я не того ударил! А, опять не того ударил! Чё? Да нет! 20... Ребят, да чё, ты, мелкая хрень, да твою мать, иди сюда, на, твою матушку, иди, стой на месте, собака, стой на месте, мелкая, оп, вот, я ударил, да, ударил, только у меня 16 секунд, чтобы, фрайт эг, 10 секунд, чтобы найти яйцо, 10 секунд, чтобы найти яйцо, да! Я даже не думал, что я смогу справиться с этим рецептом, потому что я очень сильно его зафейлил. Так, сейчас мне нужно найти и взбить одну рыбу. Только я не помню, где у меня рыба. Тут? Да, вот одна рыба. На! Рыбу мы взбили. Сейчас мне нужно приготовить на сковородке пасту. Итальяно пепперони, паста. Нет, это рис, это не паста. Вот паста бегает. Вот паста. Хренак! А! И мне нужно взбить еще 3 морковки. Бежим обратно за венчиком. Я даже не знаю, как это называется, не спрашивайте, потому что, ну, я умею готовить. Моей будущей жене очень сильно повезло. И нынешней девушке, наверное, тоже. Но в будущем я обещаю, моя нынешняя девушка, если ты смотришь, я обещаю то, что в будущем я еще лучше буду готовить. Иди сюда! Нет, я не хотел ударить помидорку, я хотел ударить морковочку. Иди сюда, оранжевый, иди сюда. Ренекс! Так, 2 заказа мы с вами уже выполнили. А, то подождите, мне нужно доставить заказ. Чё? А, вот, доставил! Ху! То есть мне нужно сюда... еще 6 заказов! Ядрёна мать! Чё, в смысле еще 6 заказов? Хренак по яйцу! Я не смогу закончить эту игру, ребята, если я не смогу ее пройти. Мне еще нужно, чтобы вы понимали, сделать 6 заказов, чтобы, я не знаю, наверное, все же прошел эту игру. Но, как вы понимаете, это очень сложно мне дастся. 2 ореха! Они такие мелкие сволочи! Так, минус 1. Опа! Так, сейчас нужно взять огромную поварешку.
Где мои овощи? Хейтеры, вы где? Овощи, вы... Стой! Стоять! Полиция овощей! Стоять, никому не двигаться! Руки вверх, копыта вниз! Две рыбы мне нужно. Хренак, ёпты. И последнюю. Хренак, ёпты. И сейчас мне нужно доставить заказ. Заказ нужно доставить за 50 секунд. Опа! Да, доставил. Прекрасно. Всего лишь 5 заказов еще осталось. Бежим вот сюда на склад, потому что мне нужно сраный... Хренак! Зачем я пасту уничтожил? Итальяно, пепперони, музыка... Просто дастиш-фантастиш, как это можно сказать. Хренак, ёпты. Я столько... В смысле? Чё я сейчас сделал? Я просрал все заказы, ребята. Я просрал все заказы. Я неправильно сделал. Я вообще не то делал, что мне нужно было. В смысле? Твоя мать! Ай! Ладно, давайте мы сразу это все зафейлим. Неправильно я сделал. Ладно, берем. Это прям, знаете, мне напоминает, как будто Dark Souls какой-то. Вот так же бегаешь, знаешь, как-то бегаешь, непонятно, потом... Опа! Ударил, прям такой, перекатился, ударил. Где овощи, хейтер? Я еще раз спрашиваю, вы где? Морковку, твою мать, морковку, иди сюда. Ёханый бабай, сколько же тут морковок? Нет! Так куда ты убегаешь, сволочь оранжевая, иди сюда. Идем обратно на кухню, потому что мне нужно забрать... сковородку. Заказы, я надеюсь, не испортились. Нет, заказы все там на месте. Пам! И сейчас доставляем заказ. И плюс один заказ. Плюс один популярности нашего ресторана. Прекрасно! Дальше! Я почему-то, как вы заметили, очень сильно люблю морковки. Ребята, напишите. Давайте мы с каждой комнаты, каждый из нас сейчас в комментарии напишет... Твою мать! Не твою... Нет! Не надо писать в комментарии, твою мать, я не это имел в виду. А давайте мы из каждой комнаты напишем, какой ваш любимый ингредиент. Мы сейчас находимся в комнате, где есть яйца, где есть рыба и где есть стейки. Давай сейчас каждый напишет в комментарии, какой его любимый продукт из этой комнаты. Стейки, рыба или яйца. Напиши прямо сейчас. А я доставляю заказ, и мне нужно еще три... Ядрёна мать! В смысле... Так, подождите, это как слишком, это как-то слишком, не, как бы понимаю то, что у меня и 3 минуты есть, да, но все же, 3 минуты, чтобы все это зарубить, это просто нереально, как это сделать, подождите, 3 минуты 20 секунд, чтобы добыть просто офигенную тучу нужных мне ингредиентов. Сейчас возвращаемся на кухню, потому что мне нужно взять вот эту огромную ложку. И мне нужно добыть еще 3 помидорки и один... Иди сюда, собака. И один... И одна ложечка лука. Опа! Хренак твою мать, зарезал, не спросил даже, как звали. Поварёшка, и давайте мы опять идем в холодос. Потому что мне нужно забрать одно яичко. Оп, твою мать. Твою мать. Все, возвращаемся обратно. Мне нужно доставить заказ. Быстро. Эдуардо Пресиано, доставляем заказ. И мне еще 2 штуки остались. Нет, я что-то не то сделал. Не то, что мне нужно было. Райс. Вот, рис. Еще рис. На! Сейчас 2 ложки рыбы. Офигеть. Рыба. Где рыба? Рыба у нас вот тут наверху. Опа, сразу сколько забрал. И один взбитый стейк. Я не знаю, кто должен вообще взбивать стейк, но окей, давайте так сделаем. Взбитый стейк, опа. И доставляем заказ. Это предпоследний наш заказ, ребята. Одна минута. Так, приготовленная паста. Ребята, давайте вот с этой комнаты мы напишем, какой ваш любимый ингредиент. Паста, рис или орешек. У меня паста. Рис я тоже люблю, но пасту намного больше люблю. Сейчас мне еще нужно 2 ложечки. Опа, орешек. И опа, еще один орешек. Просто на изиче. Возвращаемся обратно и доставляем наш последний заказ. Чтобы вы понимали, насколько я крутой шеф-повар, и зря, наверное, то, что меня мама в детстве не отправила учиться кулинарии, я все приготовил. Все заказы, которые у нас тут были, я могу сдать. Конец! Хорошая работа! 7 из 7 блюд приготовлены.
Я могу вернуться, я могу заново начать эту игру или же выйти. Но, наверное, заново я и не буду это делать. Зачем? Зачем? Итальяну Эдуардо Перетиано, the best, мама мия, шеф-повар в мире. Поэтому мне кажется, что нет смысла по второму кругу доказывать, что я любому из вас могу приготовить самую вкусную яичницу в мире. Странная игра на самом деле, когда мы взбиваем стейки, ложкой черпаем морковку и рубим рис. Как можно рис зарубить, у меня такой вопрос. Хотя как бы ничего, то что передо мной вообще бегали живые ингредиенты и живые овощи. Об этом я не подумал. Потом еще говорю, что это наркоманская игра. Ребят, мне кажется, на этом можно уже закончить. Если ты хочешь больше подобных игр, ставь лайкусик прямо сейчас на этот ролик. И как я уже сказал, я слова на ветер не бросаю. Если мы прямо сейчас наберем 25 тысяч лайков, сразу же завтра выйдет продолжение этой игры или подобной игры. И шеф-повар Эдуардо вернется, обещаю. Подписывайся на канал, чтобы мы как можно быстрее с вами преодолели отметку 3 миллиона подписчиков. Мне будет очень приятно. И также не забывай нажимать на колокольцы, чтобы никогда не пропускать мои новые ролики и стримы. Я скажу тебе огромнейшее спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.